Привет! Это вторая часть нашего пуля. Вот Максик. Это Катя. Бежит. Гуляем. Они вместе палочку эту грызут. Да, Макс? Макс? Красавчик. Красавчик, верно. Да, это Арчушка. Иди ко мне, Макс. Арчи. Иди ко мне, Макс. Давай, давай, тяни. И так на кого еще выгуливаешь? Подожди, Макс. Задай Арчи. Да стоп. Ну, господи. Стой ты, я сказала. Макс, ну как? Вот! О, господи, это что это такое-то? Иди жопу с рукой. Я вот тебе говорю. Погоди ты, ёпарасоте. Арчуш, хватит палки жрать. У тебя мокрые ботинки, да? У меня нет. Я мокрые. Они мокрые снаружи, а внутри они мокрые. Мы сейчас пришли на поле. Вот такое, побегать тут. Тут пацанов не снимай. Вот. Это Максик, это Арчик. Сейчас они уже что ли устали. Тут так носились, у меня все ботинки мокрющие. Они там не пойми в чем. Ну, снегу понятно. В общем, тут гуляем. Погода вообще классная. Не, я пока не снимаю, я тут. Метод. Процесс заправления трусов. Вот на камеру начала включать. Все, сразу они уже не играются. Ну погода вообще классная. Ага, ага, сейчас он палку увидит. Сразу понял. Там говно. Да и вот туда. Арчуш. Какое говно там? Вон. Да? А, да. Вот это тут белка с дерева его скинула. Вот так. Возьмем, обойдем, Арчи. Арчи. Максик. Красавчик. О, все, полетели. Иди ко мне. Полетели играть. Бегаем, Максик, играем. С Арчиком поиграй, смотри, Арчик, Максик. А! Че, как я включила камеру, все, сразу не играет. Не любит, что ли, сниматься он у нас? Арчик, иди сюда. Вот это пошел. Сына мой, сына. Так, кстати, мы пришли домой. Уже давно, в принципе. Ну, ладно. Сейчас вам покажу Арчи. Вот он. Ну ладно, всем пока. До новых встреч в новом видео. И да, подписывайтесь на наш канал. Ставьте большие пальцы вверх. Пока!